Привет, ребята, мы идем в зоопарк. Я пришел в зоопарк, чтобы найти животных. Сейчас мы нашли первого пингвинчика. Этот пингвинчик сидит на яйце. Это пингвиник, получается? Да. А высиживает яичко. Видите? Плавают. Смотри сюда, направо, Лёха. Вон. Марик, я нашла фламинго. Это фламинго. Марик, смотрите, там гепард. Там два гепарда, видите? Один под деревом, вот здесь. И один около забора. Это антилопы и зебры. Видишь, Марик, смотри. Смотри сюда. Смотри. Вон, видишь, стоит полосочку. Марик, ты теперь зебра. Ты зебра. А на самом деле она плоская, Марик. Видишь? Thank you.
лошадь разжевать. Да, эта лошадка стоит за Мариком. Эта лошадка живет в степи. Она была вымершей в дикой природе с 1969 до 2008 года. Ее разводили в закрытых парках в Китае и в Монголии. И в 2008 году их снова выпустили в дикую природу. Красивый цвет, да, Марик? Привет. На кого ты смотришь? На рыбок. Рыбки. Ля-ля. Это семья! Это семья. Сейчас мы превратимся в диких животных. Идем искать динозавров. Мы обошли весь зоопарк и увидели очень много интересных животных. Мы очень-очень устали, поэтому мы едим мороженое и отправляемся на парковку. Мари, куда мы заходили? Мы заходили в магазин подарков и купили кого? Покажем. Ящеричку. Трицератопса. Жирафа. Потому что сегодня мы видели жирафа. А еще мы видели амурского тигра, снежного леопарда и лошадь Пржевальского. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. И ставьте лайк. Пока.